father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую вас, дорогие друзья. В сегодняшнем видео я буду открывать ящички Winter Offensive, оружейные кейсы. Купил я два ключика и один кейс. Но хочу сказать одно, что Valve мудаки, и отсюда я вчера пытался весь вечер купить ключи. Хотел открыть кейс Winter Offensive и зимний кейс eSport. Но так как мне не удалось купить ключ ни к одному этому ящику, мне пришлось покупать два ключа на торговой площадке. При этом за один я переплатил, за один нет. Я даже дешевле купил, чем в магазине. Ну ладно, приступим к открыванию двух ящиков. Как у меня появились так деньги, я их купил сразу. И сейчас, вчера я так продал чуть-чуть вещи с Dota и купил ящичек Winter Offensive. Итак, давайте откроем первый ящик. Я уже открывал, в принципе, капсулы, ничего пути мне не выпало. Сейчас я надеюсь, что мне выпадет вот такое и будет что-то классное. Ладно. Ну, было бы неплохо, если бы или Азима выпал бы, либо бы Страж. Использовать ключ. Молимся. Дал берет причал. Ну, хоть что-то, чем вообще херовенько. Так, открыть контейнер. Ну давай же, желтенькую, ну выдай, пожалуйста, господи, умоляю, давай. Блять, Азимов, ёбаный свет! Азимов, Азимова прошел, лол, просто лол. Лол, печаль, обида. Да, просто мне не повезло. До Азимова чуть-чуть он прошел, Азимов бы я просто бы в охуенный бы плюс ушел. Но, к сожалению, посмотрим сейчас на травоплощадке, сколько стоит эта берета. Походу вообще нихера толком он не стоит, сейчас глянем. Да, 0.52, вообще ничего толком путнее она не стоит. Посмотрим, сколько бизон стоит. Да и бизон. Бизон ни хера не стоит. Честно, лучше бы я купил бы... лучше бы купил бы АВП Бум или что-то другое. Ну ладно, в принципе, пытка не пытка. Просрал я в порядке, ну, можно сказать, до 6 долларов. В итоге я ушел в дикий минус. Просто хочется одно сказать. Смысл есть открывать ящики, но открывать нужно в большом количестве. Не так, как я открыл два. Да, мне могло бы повезти Азимов, если бы чуть-чуть бы оно так бы не спешило, а на Азимов бы в порядке 40 долларов я был бы вполне бы рад бы Азимову. Даже бы не нажу, просто по Азимову был бы рад, но оказалось вот так, что мне выпала полная фигня, которая стоит копейки. То есть лучше бы... Мой совет, конечно. Если вы уже собрались открывать ящики, то есть если вы решительно думаете, что вам должно что-то хорошее выпасть, то как минимум вы должны покупать ключей 10 и ящичков 10 открывать. В моем случае я нихера путнего не открыл. Я полностью сейчас расстроен сижу, так как... Ну, берет это не то, что хотелось бы, Азимов бы. Ну, либо хотел бы М4А1, страж бы выпал бы, или по Азимов, или по ВП красная линия. Вот. Ну, а так выпала полная фигня. Вот. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, пока.